Здравствуйте, уважаемые ученики 9 классов школы «Газпром Кыргызстан». Сегодня у нас урок геометрии, и сегодня урок будет состоять из двух частей. В первой части урока мы рассмотрим организационные моменты, связанные с изучением математики, алгебры и геометрии в дистанционном формате в первой четверти. Ну а во второй части урока непосредственно приступим к теме нашего урока «Векторы». У нас много новых учеников по сравнению с прошлым учебным годом. Поэтому давайте, во-первых, познакомимся. Меня зовут Федорова Ирина Владимировна. Я учитель алгебры и геометрии. Запишите, пожалуйста, или сфотографируйте мой номер телефона WhatsApp 0550-42-21-48 и адрес электронной почты. Многие, конечно, знают и тот, и другой номер и адрес, но, тем не менее, может, кто-то забыл, а кто-то и не знает. Запишите или сфотографируйте. Если у вас какие-то вопросы будут, я не всегда успеваю отвечать на ваши вопросы в чате. Значит, можете присылать вопросы на WhatsApp или на электронную почту. Лучше на WhatsApp, мне так удобнее. Если вы будете задания какие-то или вопросы отправлять именно по телефону WhatsApp. Так, теперь запишем расписание уроков. У нас будет 5 уроков в неделю. В понедельник первый урок алгебра. Вторник первый урок геометрия. И второй урок алгебра. В среду первый урок алгебра. В пятницу первый урок геометрия. Это расписание уроков. Так, дальше тетради. В прошлый раз поступил вопрос, какие тетради должны быть. У всех учеников, независимо 9 А, Б или В, должны быть 4 тетради. 2 по алгебре и 2 по геометрии. Одна тетрадь для классных и домашних работ и одна тетрадь для теоретического материала. Соответственно, можете подписать, но сейчас, может быть, и не успеете. Кто-то, если быстро пишет, может и сейчас подписать тетрадь. Или лучше всего сфотографировать и потом подписать. Тетрадь для работ по геометрии ученика, ученицы 9-го, соответственно, А, Б или В класса, школы «Газпром Кыргызстан», фамилия, имя. Это тетрадь для практики, классной и домашней работы. Лучше всего тетрадь для практики 48 листов. Удобнее всего 48 листов. А тетрадь по теории для теоретического материала. Ну, тетрадь я здесь написала по геометрии, по алгебре то же самое. Также подписывается тетрадь для работ по алгебре. Тетрадь для теоретического материала по геометрии или по алгебре и так далее. Подписывается точно так же. Тетрадь для теоретического материала лучше всего 96 листов. Общую тетрадь 96. Но это касается тех учеников, у которых тетради по теории еще не было в прошлом году. Новые ученики. Вчера я поговорила с Еленой Юрьевной. Все выяснилось. В дальнейшем мы будем тесно контактировать. У 9 Б тоже есть тетради по теории, да? У 9 А и В тоже должны быть. Поэтому, если они у вас с прошлого года сохранились, я надеюсь, вы их не потеряли, вы эти тетради продолжаете. Не надо начинать новые тетради. Вот те тетради, которые у вас были в прошлом году по теории, вы их продолжаете. И конспектируете теоретический материал, лекции. Все я буду говорить и посылать вам домашние задания на почту. Так, теперь. Смотрите как. Вот, допустим, сегодня тетрадь. Да, ну кто-то забыл, потерял. Понятно, что новые тетради начинаются. Так, сегодня тетрадь для практики возьмите. По теории не надо. Для практики. И напишите 4 сентября. Классная работа номер один. Ну, задачу можете не писать, мы ее позже рассмотрим. 4 сентября. Классная работа. Точно так же, когда делаете домашнюю работу. Число, домашняя работа. Номера задач по учебнику у вас будут в домашней работе. А в классной работе часть по учебнику, а часть просто нумеруем 1, 2, 3. Не из учебника задач.
Так, теперь домашнее задание. Значит, сразу запишите вот домашнее задание на понедельник и на вторник. Запишите или сфотографируйте. По алгебре к понедельнику, по геометрии ко вторнику. По алгебре все домашнее задание на повторение курса 8 класса. По новой теме задач нет. Только задачи на повторение. А по геометрии уже по новой теме. Прочитать пункт 76 из учебника и решить, соответственно, номера задач. Пожалуйста, сфотографируйте. Так, в дальнейшем я буду посылать задания на почту всем классам 9 А, Б, В. Но это будет немножко позже. Это связано с тем, что мне придется создавать новые группы, потому что часть учеников выбыли, часть прибыли, и пока я это еще не сделала. Точно еще списки неизвестны. Да, сейчас я скажу. А вот, поэтому пока вот там даю домашнее задание, а на следующей неделе, ну, видно будет, в начале недели, а может быть даже в середине где-то недели, когда я группы создам на почте, то домашнее задание будете получать по электронной почте. Если что-то не ясно, как именно делать это домашнее задание, то пишите мне вопросы, лучше в WhatsApp вопросы. Как именно, какие у вас есть вопросы, постараюсь отвечать. Учебники. Поступили вопросы по учебникам. Давайте посмотрим. Да, учебник. Вот я написала учебник, а не написала, какой именно, да? Учебника только два по алгебре. Такой у вас учебник, Макарычев? Нет, Макарычев. Не надо Петерсона. Пока только Макарычев. Вот я не написала Макарычев. Вот. Ну, давайте так. Макарычев. Только Макарычев. Так, такой учебник. Ну и по геометрии тот же самый, который был в прошлом году, Атанасян, да? Атанасян. Правильно? Атанасян по геометрии. Все. По алгебре Макарычев. Так, теперь сразу хочу сказать, чтобы не было лишних вопросов, что в основном мы будем изучать материал, и все задания будут даваться, и домашние работы, и контрольные работы по программе общеобразовательной школы. Если что-то и будет дополнительно, помимо программы общеобразовательной школы, то это в минимальном размере, в минимальном. А все контрольные работы сугубо по программе общеобразовательной школы. Ну и вообще почти весь материал будет по программе общеобразовательной школы, за очень небольшим исключением. То есть у вас не должно быть такого, что вот если учитель ведет уроки, которые преподает в физико-математическом классе, только всем классам, остальным такие повышенные требования. Этого нет. Только по программе общеобразовательной школы. Дальше. Вот посмотрите как. Значит, что касается 9 А и В класса, у вас один учитель математики, это я, Федорова Ирина Владимировна. Что касается 9 Б класса, у вас будет два учителя, я и Елена Юрьевна. Значит, у нас так функции распределены, послушайте внимательно. Уроки вести буду я, и домашние работы, контрольные работы тоже буду задавать вам я. В я-классе контрольные, самостоятельные работы и домашние задания, еще раз повторяю, я буду вам задавать. И на почту я вам лекции тоже буду высылать, и вы их должны будете конспектировать. Вот сейчас я не рассказываю, как конспектировать, потому что пока не задано конспектировать, иначе все в голове перепутается. Вот. На следующем уроке расскажу, что значит конспектировать, как и так далее. Да? Вот. Все на почту будет выслано. А в 9 Б Елена Юрьевна будет проверять домашние работы, проверять контрольные работы и выставлять оценки. Это будет относиться к функциям и обязанностям Елены Юрьевны в 9 Б. Теперь послушайте еще. Все домашние задания нам с Еленой Юрьевной на почту и на WhatsApp высылать не нужно. В прошлом году как было? Некоторые ученики все домашние задания 100% присылали. А некоторые ученики, даже те, которые нужно было, вот было сказано, это обязательно прислать, и то не присылалось. Только в Я-классе делали задание, и то не все. И, соответственно, оценки получили. Вообще так договоримся. Ну, понятно, что в Я-классе надо делать все работы, которые вам отправляются. Это ясно. Пока этих работ нет. В понедельник или во вторник первую работу я вам отправлю. Пока нет.
Домашние задания делать тоже надо, но посылать только по указанию учителя. Вот если я написала такое-то домашнее задание за такое число, выслать мне на WhatsApp или Елена Юрьевна также скажет 9 Б, значит высылает. Если не сказано, не надо, потому что все домашние задания проверять по телефону очень тяжело. Да это в старших классах и не планируется, вообще-то говоря. Вы же не младшие классы, а в старших классах домашние задания проверяются выборочно. То есть будет написано, допустим, следующим ученикам прислать такое-то домашнее задание. Ну, какое-то, может быть, домашнее задание весь класс должен выслать, а какое-то только выборочно. То есть только по указанию учителя присылать на WhatsApp или, в крайнем случае, на почту домашнее задание. Так, хорошо. Ну и на этом организационная часть наша закончена. Переходим к геометрии, тема урока, понятие вектора и длина вектора. Сейчас я еще раз вам покажу название темы, которую мы будем изучать в течение всей первой четверти. Это большая тема, называется «Векторы и декартовые координаты на плоскости». А тема сегодняшнего урока – понятие вектора и длина вектора. Из курса математики предыдущих лет и физики вам известны некоторые величины. Например, длина, площадь, масса, скорость и так далее. Величины бывают двух видов. Есть величины, которые определяются только численными значениями. Допустим, длина, площадь, масса, плотность. Когда речь идет о длине, мы говорим, что длина отрезка равна 5 сантиметрам. Или площадь данного треугольника 5 квадратных метров и так далее. Но есть величины, которые характеризуются не только численным значением, но и направлением в пространстве. Например, скорость, сила, перемещение. Давайте рассмотрим на примере перемещения. Если тело переместилось из точки А в точку Б, то это перемещение, естественно, изобразить вот таким направленным отрезком. То есть соединить точки А и Б и показать, что тело переместилось из точки А, это начальная точка, в конечную точку Б. То есть стрелку направить из точки А в точку Б. И вот такие направленные отрезки называются векторы. Векторы широко применяются как в самой математике. В конце изучения этой темы мы рассмотрим с вами задачи, которые решаются с помощью векторов. И кроме того, векторы используются и в других науках, физике, технике, в первую очередь физике. И, наверное, уже вот вчера был урок физики, да, у вас был вчера, правильно я помню, уже, наверное, речь шла о векторах. Вот, а если нет, то будет идти в ближайшее время. То есть как раз вы в 9 классе изучаете механику и будете изучать векторные величины, скорость, силу, перемещение и так далее. Итак, еще раз посмотрите. Скалярные величины – это величины, которые характеризуются только числовым значением. Например, длина, площадь, объем, масса, плотность, температура. Векторные величины – это величины, которые характеризуются как числовым значением, так и направлением в пространстве. Например, перемещение, скорость, ускорение, сила. Теперь дадим определение. Определение 1. Отрезок, для которого указано, какой из его концов считается началом, а какой концов называется направленным отрезком или вектором. Так, вот здесь я сейчас заметила, что стрелки плохо пропечатались. Значит, вот отрезок АВ. Если стрелки нет, то это просто отрезок АВ. Но если направлена стрелка из точки А в точку Б, то такой отрезок называется вектором и обозначается следующим образом. На первом месте начало вектора, а на втором месте конец вектора, точка Б. Дальше можно вектор обозначать малыми буквами, то есть строчными буквами латинского алфавита. Допустим, вектор А малая со стрелкой. Длиной или модулем вектора называется длина отрезка, изображающего данный вектор. Вектор АВ изображен отрезком АВ. Длина вектора АВ вот так обозначается. Вектор АВ и вертикальные черточки.
или, соответственно, длина вектора А. В математике мы в основном будем говорить длина вектора, а в физике часто говорят модуль вектора. Допустим, модуль перемещения, модуль скорости. Можно говорить и так, и иначе. И еще рассмотрим понятие нулевого вектора. Вектор, у которого начало совпадает с концом, называется нулевым вектором и обозначается вот так, 0 и со стрелкой вверху. А изображается точкой. Допустим, нулевой вектор – это вектор А, А. То есть у него начало А и конец А. Изображается точкой, пишется так. Ясно, что длина нулевого вектора равна нулю. И нулевой вектор направления не имеет. Хорошо. Учебник еще почитается. Сейчас давайте рассмотрим задачу. Число «Классная работа», задача номер один. Запишите условия. Точки М и Н середины сторон АС и БС треугольника АБС. Найдите длины векторов МН и БС, если известно, что угол С равен 90 градусам. Длина отрезка АС 7 см, а АБ 25 см. То есть дан треугольник АБС с прямым углом С, то есть прямоугольный. Известна длина одного катета АС и отрезка АВ, который является гипотенузой. Одного вектора. Мы сейчас и другого найдем. Значит, М середина отрезка АС, М середина отрезка БС. Проведем вектор МН. Когда речь задачи идет о векторе, то обязательно вектор изображать стрелкой. Не просто отрезком. М, Н. М начало, Н конец вектора. Так, по определению длины вектора, длина вектора МН равна длине отрезка МН. Не будем давно. Если бы надо было, я бы написала. Но, видите, когда мы, конечно, на обычном уроке все это делаем, мы немножко по-другому делаем. Этот урок в сокращенном виде, короткий, поэтому иногда пишем, иногда нет. Все, вот как я. Пишите все. Так, ну хорошо. Значит, длина вектора МН то же самое, что длина отрезка МН по определению длины вектора. А чему равна длина отрезка МН, кто догадается? Там как раз длину отрезка БС написали, да? Там Эльдар написала, может, не все увидела. Ну, не 12, нет. МН это что такое? Как называется МН? Отрезок МН, как называется? Средняя линия треугольника АБС, совершенно верно. По свойству средней линии треугольника, ее длина равна половине длины стороны. Правильно? То есть одной второй АБ. Совершенно верно. Половине гипотенузы. Потому что средняя линия у нас параллельна гипотенузе. Ее длина равна половине длины гипотенузы. А гипотенуза равна 25 сантиметров. То есть получаем, да, совершенно верно, 12,5 сантиметров. Решаем в сокращенном варианте задачу. Вы заметили, да? И дано не написали. Не написали, что по определению длины вектора и что по свойству средней линии треугольника. Это, конечно, при подробном решении это все надо писать. Немножко сокращаемся, ясно почему. Да, да. Но иногда будем и подробно делать, по-всякому. Угу. Так, ну теперь давайте найдем длину вектора BC. Длина вектора, еще раз, это длина отрезка, изображающего этот вектор. То есть длина вектора BC и
изобразим вектор BC. Это длина отрезка BC. Если в задаче сказано о векторах MN и BC, обязательно стрелками на рисунке надо изобразить. А вот BC уже нашли некоторые, да? Как найдем? Если известна длина гипотенузы и катета, то длину второго катета найдем по теореме Пифагора, да? Это будет квадратный корень из АВ в квадрате минус АВ в квадрате. Так, 25 в квадрате минус 7 в квадрате. Ну и некоторые уже вычислили. Кто не вычислил, показываю, как более рационально вычислять, применить формулу разности квадратов двух выражений. Восемнадцать это 9 умножить на 2, а 32 это 2 умножить на 16. Теперь, используя свойства арифметического квадратного корня, а именно корень из произведения чисел равен произведению корней из этих множителей, получаем ответ на вопрос задачи. 24 сантиметра. Ответ. Так. Ну, если более подробно записывать, то надо записать, какие теоремы применялись. Свойства средней линии треугольника, теорема Пифагора, да? Хорошо. Не хочется мне начинать вторую задачу, потому что она более длинная и на середине прерываться. Поэтому давайте вот еще раз оргмоменты напоминаю. Значит, что вам еще показать? Домашнее задание могу показать, кто не успел записать. Или номер телефона и так далее. Говорите. И еще одну вещь скажу. Значит, что надо иметь на каждый урок математики? Тетрадь. На уроке математики достаточно тетрадь для практики. А тетрадь по теории вы будете сами там конспектировать материал на уроке, не обязательно иметь. Хотя, если она лежит рядом, и вы что-то повторили, вспомнили, тоже полезно. И меня интересуют чертежные принадлежности. Смотрите, значит, карандаш, линейка, показываю. Наверное, все знают, что такое карандаш, линейка, да? Но я что хочу сказать. На все, пожалуйста, уроки, в том числе и на уроке алгебры, потому что мы будем часто рисовать графики. Может быть, не на всех уроках, но часто. А на урок геометрии еще, пожалуйста, угольник и циркуль. Опять же, может быть, будем применять не на всех уроках. Может быть, не на всех уроках. Но готовы должны быть чертежные принадлежности к любому уроку. Итак, ну, кроме ручки, линейка, карандаш, циркуль, угольник. Ну, на урок алгебры угольник и циркуль не обязательно, а линейка, карандаш, ручка, тетрадь. Хорошо. Ну, вот сейчас вам вопрос задам. Приведите какие-нибудь примеры скалярных величин, кроме длины и площади. Кто какие может привести? Масса, молодец еще.
килограмм нет. Объем. Вот совершенно верно, объем. А вот метры, килограммы – это единицы измерения величин. Вот смотрите как. Плотность совершенно верно, да. Вот хороший вопрос я вам задала. Пожалуйста, не путайте саму величину и единицы измерения. Температура. Вот температура, да, скалярная величина. А градусы, допустим, это уже не величина, это единица измерения. Правильно? Так, очень хорошо. Значит, время, да. Да. Время не векторная величина, а скалярная. Допустим, 5 часов. А в каком направлении часы направлены? Мы же об этом не говорим. Да, длина, площадь, молодцы, масса, объем, температура. Вот это примеры скалярных величин. А ну-ка, вот кто запомнил, какие вы знаете примеры векторных величин? КНГ это не совсем. Сила, да, не все поняла. Пространство это не величина. Ускорение. Сила, ускорение, перемещение, скорость. Да, совершенно верно. Ну хорошо, делайте домашнюю работу, и во вторник мы продолжим изучение темы векторы на уроке геометрии. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете мне писать. Еще раз показываю номер телефона. До свидания.